справа. А тем падаем я учу. То есть вот смотрите, я вот сейчас, не знаю, теперь я вот сюда его внимание переключил и сработал. Здесь не пошло, я ему здесь сработал. Опять же, основной принцип системы — воздействовать сильно на слабо. Следующий момент — переключать внимание. У него внимание здесь, я его переключил сюда или сюда. Я подсел и отсюда. Закладом у току я трошечку. Здесь не идет. И я перешел на что-то другое. Не забира, а... Посмотрите, отсюда. Подивитесь, что с того уже выглянул. Но опять же, если я сделал у него внимание, я ему немножко чуть сюда, я почувствовал, не пошло. Я ему сюда дал. Например, отсюда подсел, я ему здесь позоровать. Это умение переходить с одного на другое. Не нужно быть бультерьером. Я перехожу. Опять же, допустим, раз здесь. Я чувствую, здесь не пошло. У меня здесь обычно. Как с этим же там руки не идут, так я не... Какая-то экстремальная ситуация, может, вот с вами человек поздоровался, и вам нужно уже работать. В первичном случае вы работаете или же на мизинец, вы почувствовали, здесь не пошло. Смотрите, здесь. Опять же. Отсюда. Я чуть-чуть подсаживаюсь. Я трошечку, смотрите, что сделал. Теперь видно, этот открыл. А тетьку я отверам, и вот через это, в принципе, я его... Ну, слушай, мне что нужно? Мне нужно, чтобы рука была вытянута. Мне нужно ему дать вот туда. Я чувствую, дальше не идет. Я иду вот сюда. Я перевожу. Я нет, начинаю иметь цвик. Уточим на голову. Мы дальше цвик. К тому, где же працевали на тех, кто был. А тетка, он за вами ходит, продолжение. Да, ваша задача, если вы почувствовали, что-то отсюда не пошло, значит сюда сразу, сюда. Просите, у него еще внимание долго здесь будет. Работа делается по принципу, как вода или сила тока, по пути наименьшего сопротивления. Алла, та праца... И согласно роста или веса. Он удрал... Но в данном случае... Алла, вы когда пришли на... То есть смотрите здесь... То есть движения скрытые, спрятанные, но это... То есть вот здесь я забрал и, в принципе, его посадил. Так вот, задача. Мы берем как руль и начинаем, смотрите, по спирали заводить вниз. Смотрите. А вашему полу працевать по отсюда, спирали? Я его уже сюда иду сразу же. Показываю медленно. Спецнаставление одновременно работа на кисть, удар в область паха. Вы начали работать на кисть, не пошло, сразу же с локтя пробиваете. Как мило с кисти не выхази, рыхло працуем локтем, с другой рукой. Работаем не с предметом, не с рукой, работаем с человеком. Працуем не с рукой, как с предметом. Основные три точки. Глаза, горло, пах. Смотрите, теперь. И я его подтягиваю так, чтобы мне его можно было вот здесь удобно работать. То есть видно, насколько короткая работа, вот сразу. Видите, на поле эту грамчину. Чтобы сразу же он был у вас вот здесь. А пак, к тому, я еще вчера вам тучили. И опять же отсюда. А пак, отсюда же нужно давать дан закрыт. Смотрите, та же самая ситуация. Та самая ситуация. Что я сейчас делаю? Смотрите, вот сразу, чтобы, то есть сразу, чтобы выдох у нее пошел, на самом деле, ребят, уже. Но я бы сейчас, конечно, дал в пак ему. Алла, я бы еще раз, смотрите. То есть вот я забрал вот здесь. То есть вот я подошел, вот взял. И опять же. Для того, чтобы ему здесь работать. Или же массаж ему сделать. А как он уже то поставку делает обучение, вчерашний массаж. Кольцо. И смотрите, что. Там возника колечко. А он тем падом. Видно колено? А видите колено? На секунду посмотрите. И что едно? Здесь оно должно у него туда уйти. Смотрите, вот оно. Я делаю не удар. Сюда возьму.
Здесь же, опять же, в данной ситуации, в принципе, я буду... Но опять же, я чувствую, здесь не идет ему отсюда. А, я с этим, где же я ему за ухо здесь прихожу. Отсюда. Опять же, раз, сюда, вот сюда под локоть, два, сюда три. Смотрите, чуть подсаживаюсь, вытаскиваю, завожу, четыре, сюда пять, шесть. Но то, что я сейчас делал, я не наносил удары, я показывал, как это в реальности будет. Тобто я тичкамося, подивамося на морис витички. Ходить. Как тиматься на морис витичек? Сюда подхожу. Смотрите, вот сюда и все. Вот навстречу. Здесь. Это работа на глаза. Я вот глаза ему приоткрыл вот туда. Вот сюда. Это работа на нос. А кто брался на нос? Опять же, чтобы понимать, это реальный будет, он чуть нагнулся, ему вот отсюда прямо туда пробует. Кто-то но я показываю очень мягкую работу. То есть солдат ребенка не обидит. Смотрите, пульс. Ха! Да. И сразу же. Груци, это там тек. Ха! Пульс. Вот сюда, это рука. А это сразу. Но сделали. Одновременно двойку, сразу двойку. Раз, два, три, четыре. Бам, 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 все. Бам. Это туда. А теперь смотри. Почувствовал? Цитите. То есть вот сюда. Цитите раздел. Сердце не наношу, сердце не ношу, наношу сюда. Я вот сюда не наношу, просто вот сюда дам. Я вот этой рукой делаю освобождение от захвата. Смотрите, раз, два, три, четыре. Это было на самом деле сюда и вот сюда. Сонная артерия, кадык. Вот, кстати, что я вам указываю. Сразу же пойдет. Сюда. Наносит вот сюда. На гочи. Сюда. На обочи. Вот, куда они? На ты, ты на боли на гочи. Как боли на тваре, как боли на носу. На брови, на грудку, на грудник. Под сердце. Под легкие. Под сердце. Под жебры. Здесь. Солярный на ногу. Здесь. 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 Под колено. Под колено. Голень. Мещел. Под мышцу. Вот, вот сюда. Под свал. Под свал. Здесь. Опять же, вот сюда. Вот сюда наносится. Сюда. Паралич нижней конечности. Паралич верхней конечности. Сюда наносится. До лопы. Сюда наносится. Еще одну. Еще одну. Працуем. Сразу. Сразу. Ближние точки по ближним точкам. Ха! Сразу. Ха!
Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай.